крупный план. День добрый. У микрофона Владимир Сметанин. Я с радостью приветствую в нашей студии Александра Иванова. Это генеральный директор Вятского машиностроительного предприятия «ВИТЭК» и Кировского машиностроительного предприятия. Добрый день. Хочу напомнить нашим слушателям, что мы встречались и продуктивно беседовали не так давно, в сентябре этого года. Очень много внимания вы уделили в своем рассказе тому, что было сделано на предприятиях за последнее время. Модернизация производства, планы. Сегодня мы в основном нашу беседу решили посвятить социальной деятельности предприятия, то есть какую роль, как все знают и по старинке называют, завод «ВИТЭК» играет в жизни нашего города. Тут люди, наверное, старшего поколения в первую очередь помнят прекрасно, как обстояли дела в советское время. Заводы, промышленные гиганты в нашем городе являлись поистине средоточением жизни, реализации всевозможных инициатив, огромные стройки были в городе, благоустроительные работы и так далее и тому подобное. 90-е, лихие 90-е тут внесли, конечно, серьезные коррективы. Во многом эта работа снизила темпы, в 2000-х наметилось возрождение, и хотелось бы знать, как сейчас дела обстоят, потому что мне кажется, что в понимании многих современных кировчан жизнь завода, она только в рамках завода и сосредоточена. Вот люди ходят на работу, возвращаются, и по большому счету каждый сам по себе, уж извините за такое выражение. А как все-таки на самом деле, хотелось бы знать? Я думаю, что как минимум жители района Филейка и работники завода, члены семей, наши ветераны, которые проживают тоже в большинстве своем на Филейке, они прекрасно видят, какой вклад вносит завод в создание комфортных условий окружающей среды в городе, ну, как минимум, в микрорайоне Филейка. Но мы не ограничимся, конечно, Филейкой, мы стараемся проводить мероприятия более широко и в городе. А так, чтобы рассказать радиослушателям, хотел бы сказать, что еще 5 лет назад у нас изменился подход к решению социальных вопросов, связанных именно с окружающим завод микрорайоном. Почему так 5 лет? Потому что мы все знаем, что в 90-е заводы еле-еле выживали, и «ВИТЭК» не исключение, он тоже еле выжил в 90-е годы. В 2000-х годах завод «ВИТЭК» медленно восстанавливался, и можно сказать, что к 2015 году, когда закончилась федеральная целевая программа по модернизации, которая произошла в 2014-2015, в 2016 закончилась, завод, можно сказать, восстановил свои силы и начал уже спокойно и планомерно работать. Таким образом, появились определенные финансовые ресурсы для оказания помощи социальной сфере, которая образовалась вокруг завода. В советское время мы знаем, что школы, детские сады, жилой фонд строился заводом. Все это было в свое время передано в муниципальную собственность, городу. И у города, мы все знаем, не было средств на поддержание инфраструктуры такой переданной. И у завода таких функций уже не стало. Но вот, я сказал, лет 5 назад мы пришли к тому, что в современное время мы должны решать вопросы не только производственные на заводе, да, но мы должны думать шире, мы должны беспокоиться о создании комфортной среды вокруг завода для наших работников, потому что от этого зависит и производительность труда, их настроение, их отдача. И если у работников нашего предприятия нет проблем дома, нет проблем на дорогах, нет проблем в детских садах, в школах, с детьми, совсем нет проблем, нельзя сказать, но когда мы сможем чем-то помочь эти проблемы снизить или решить, таким образом это сказывается, конечно, и на настроении людей, на их отдаче, на их отношение к производству, их заводу. Да, поконкретнее, да. Да, могу сказать, что... Непосредственных адресатов хотелось, чтобы вы озвучили, да, помощь, ну, которую вот, оказывает предприятие. Я хотел бы сказать, что с 16 по 20 год заводские бригады строители работали в детском саду номер 6, 25, 55, 61, 79, 83, 127, 138, 151, 183. К нам обращаются руководители этих детских учреждений, к нам обращаются наши работники, чьи дети ходят в эти детские сады. К нам обращаются наши депутаты, которые выбраны по территориальному округу, вот, ну, можно сказать, от завода «ВИТЭК», это 2 округа, и там у нас 2 депутата, Коврижный Сергей Владимирович и Халевин Сергей Васильевич. Депутаты городской думы, да, я уточню. Депутаты, да, городской думы, к которым тоже обращаются наши работники, уже как граждане города Кирова. Мы стараемся, конечно, помочь. Люди прекрасно понимают возможности завода, да, что мы не можем помочь всем и в большом объеме. Но самые насущные проблемы, которые вот животрепещущие возникают, мы их решаем. И таким образом, вот я хотел бы сказать, мы ремонтировали и кровли, и помещения, помещения детские, спальные помещения, красили потолки, стены, устанавливали и восстанавливали ограждения вокруг детских садов, приводили в порядок детские площадки, строили беседки.
делали дорожки, различные системы вентиляции, системы освещения в детском саду. Причем в основном-то это по предписанию органов надзора, которые выписывают детскому саду предписание, а средств ни у детского сада, ни у властей города на всех не хватает. Это естественно и понятно. Но там, где мы можем, мы там это все делали. Мы даже провели капитальный ремонт бассейна в детском саду в 79-м и сделали современный бассейн для детишек вот в этом детском саду. Также к каждому началу учебного года мы оказываем большую помощь и средним школам города Кирова, и в этом районе, в Филейке, и в других районах, когда к нам обращаются руководители, ну, в основном тоже с криком души, когда есть предписание что-то исправить, нет ни времени, ни средств, ни времени решать вопрос, там, как по процедуре, допустим, могут на следующий год могут запланировать через административные органы, которые должны это делать, но дети-то не могут ждать. Вот в Ганино, в школе, да, были там предписания, там детский спортзал действительно был практически в состоянии, в котором нельзя запускать детей. Пол прогнил, краска вся облупилась. Ну, детей туда запускать было нельзя. Мы сделали полностью капитальный ремонт этого зала. Я был на его открытии, меня пригласила администрация школы. Было очень приятно посмотреть на работу наших строителей, которые со всей душой, настроением откликнулись на просьбу руководства школы, и мы сделали этот ремонт, и к началу учебного года как раз мы там открыли этот спортивный зал. Там работает молодой учитель физкультуры, который с энтузиазмом готов работать с детьми все свое время именно в этом спортивном зале. Вы просто так не могли не поддержать это начинание, эту инициативу. Конечно, это вот 55-я школа в Ганино, которую мы это сделали. Хотел бы сказать, что мы еще в 53-й школе, у них был юбилей 50 лет, но они обратились с просьбой заменить аппаратуру, которая у них очень древняя, наверное, тоже таких же годов, для проведения торжественных мероприятий в школе. Мы купили комплект аппаратуры, подарили школе, и очень довольны тем, что мы внесли такой вклад в воспитание подрастающего поколения, в создание условий для учителей, для школьников, чтобы они развивались гармонично, и чтобы у них было хорошее настроение. А вы сейчас можете вот, ну, в общем и целом подбить сумму, которая была за последнее время направлена на эти цели предприятиями? Ну, вот в целом за 5 лет я не могу вам сказать. Я могу сказать, что ежегодно эта сумма составляет 4-5 миллионов рублей. Вот в этом году, в 2020 году, мы уже сегодня, на сегодняшний день, потратили на эти мероприятия 5 миллионов 730 тысяч рублей. У нас еще год не закончился, кое-какие мероприятия запланированы. Поэтому, ну, да, это значительные суммы. Но я говорю, что это связано с тем, что завод достаточно мощно развивается, и у нас есть финансовые возможности, и у нас есть такая, можно сказать, моральная потребность оказывать эту помощь. И люди, специалисты есть, которые могут оказать эту помощь. Да, есть специалисты. Угу. Конечно, это и нам тоже сложно. Я хотел бы обратить внимание, что лето – это как раз строительный сезон. Это тот период, когда мы проводим очень большие реконструкции на территории завода. Мы реконструируем целые корпуса. У нас сейчас заканчивается реконструкция корпуса 10-го, в который только крышу мы должны перекрыть полностью, 30 тысяч квадратных метров. И мы практически уже, ну, до Нового года закончим, потому что продолжается работа и зимой, создают специальные условия, чтобы снег не мешал, чтобы накрывать, изолировать участки, на которых проводится работа. А летом у нас проводится большой очень объем работы, и несмотря на это мы отрываем свои силы, своих специалистов для того, чтобы оказать помощь школам, детским садам, потому что тоже понимаем, у них период тоже с июня по август, когда дети на каникулах, когда можно провести эти мероприятия. Потому что в ходе учебного процесса эти мероприятия сделать уже нельзя. Да. Да. Александр Владимирович, хотелось, чтобы вы еще пояснили по процедуре. Есть, например, руководитель социально значимого учреждения, у него есть вот такие бытовые проблемы. Возможно, куда ему обращаться непосредственно? С кем переговорить? Где его примут, выслушают? Я имею в виду представители предприятий. Хотел бы сказать, что руководитель непосредственно, некоторые обращаются ко мне напрямую, там, это у нас как подшефные школы, которые детские сады, которые непосредственно вокруг завода, бывшие детские садики и школы, которые строил завод. Исторически так повелось, что завод оказывает им помощь. Но многие обращаются к депутатам, в административные органы, и потом эти запросы, они все равно возвращаются к тем же нашим депутатам, представителям, которые выбраны от завода, и завод принял активное участие. Мы на площади партсъезда отремонтировали, отремонтировали помещение, которое у завода есть, и там есть общественная приемная наших депутатов. У них помощники работают практически с 7 утра.
утра и до позднего вечера. И принимают жителей микрорайона, жителей Филейки района, руководителей и детских садов и школ, которые обращаются. Там и депутаты ведут прием. Это улица Ленинградская, дом 4. И там, где депутаты не могут решить вопрос либо быстро, либо как-то технически через свои структуры, свои возможности, они обращаются на завод с предложением помочь решить данную проблему. Хотя я хотел бы сказать, что вот у меня есть информация, что с 2017 года из депутатского фонда на решение благоустройства территории микрорайона Филейка депутаты получили и было потрачено более 9 миллионов рублей. То есть они тоже смогли эти вопросы организовать, решить и профинансировать. И какую-то часть вопросов решает с помощью обращения к депутатам. Ну вот вы сами уже перешли, да, к благоустройству территории, которая непосредственно прилегает к предприятиям. И в начале беседы вы отметили, что очень важно, когда человек идет на родной завод по хорошему тротуару, по хорошей, красивой, благоустроенной улице. Давайте сейчас подробнее не об этом поговорим, что сделано и какие планы. Хотел бы еще увязать. Вот реконструкция завода проводится очень значительная и большая. И мы ее проводим в таком направлении, что корпуса завода, которые видны из города... С той же площади? Да, с той же площади или с улицы Дзержинской, с улицы Луганской. Мы делаем такими эти корпуса, чтобы приятно на них смотреть, чтобы они вписывались в окружающую среду, в архитектуру. И поэтому мы эти проекты заранее готовим. У нас работаем очень плотно с архитекторами, с дизайнерами. Ну, в частности, мы с Андреевским Андреем Георгиевичем работаем. Ну, думаю, многие жители, кто был на Филейке, на площади, видели вновь отреконструированное здание, которое мы закончили в этом году. Это здание завода управления, в котором находится отдел кадров, наш музей, там же находится столовая, там находится совет ветеранов и другие подразделения, да. И это здание сейчас действительно является украшением площади и улицы Луганская, потому что мы его еще подсветили, и когда вечером зажигается подсветка, конечно, настроение совсем другое. Когда-то мы начали, первый такой у нас был в 2016 году, вопрос решен был с проходной, которую мы сделали тоже современной, в современном стиле. Это первый наш объект, который мы делали по такой программе, с таким вот именно направлением. А сейчас мы и вдоль улицы Дзержинской корпуса делаем, и по площади. В общем-то, сейчас завод изменился внешне, и так как мы объединяемся с новым заводом, Кировским государственным предприятием, у нас единая цветовая гамма, у нас единый стиль, и уже Авитек снаружи отличить от нового завода практически невозможно, потому что мы все корпуса отремонтировали. Сейчас ведется очень большая работа по ремонту помещений производственных внутри, чтобы новые цеха Авитека также не отличались от вновь построенного завода. Это значительная программа на годы вперед, но мы эти первые шаги сделали уже в достаточно большом объеме. Но я хотел бы сказать, что мы понимаем, что вокруг завода это наша моральная обязанность привести территорию в порядок. Мы весной ежегодно наводим порядок и на площади 20-го парсъезда, и вдоль всего ограждения завода. Сейчас мы решаем очень значимую проблему. Мы строим две стоянки, запланировали построить, для парковки машин работников завода. Ну, да. Площадь Авитек – важный транспортный узел, безусловно, да. И там но она сегодня с 6 утра и до 20 часов вечера, ну, может быть, чуть раньше, когда у нас вторая смена работает, но она меньше, чем первая, там до 17 часов вечера. Она забита машинами, вся площадь, забит Октябрьский проспект, прилегающий, забиты дворы, и вся территория вокруг завода, на проезжей части стоят личные машины работников завода. Местных жителей, безусловно, это вопрос определённый вызывает. Конечно, это создает вызывает, дискомфорт, да. Это огромное состояние транспорта, это создает зимой проблему с уборкой улиц, ну и летом тоже, собственно, нужно улицы подметать, а если они с 6 утра уже заняты, ну, собственно, сложно наводить порядок. Так, а, у нас всего лишь стоянка одна есть возле завода, там на 130 машин небольшая, и на заводе КМП стоянка порядка там 350 машин. Мы начали уже строить одну стоянку на своей территории, на 400 машин, может, там скорее, ну, если посмотрим, чуть-чуть расширим, может быть, 500 машин войдет. И вторую стоянку мы строим чуть дальше у нового завода КМП, у Северного выхода. Там сейчас оформляем землю в аренду у города, и на этом месте мы также сделаем стоянку машин. Таким образом, мы предполагаем, что большая часть машин с Октябрьского проспекта и с площади
очереди может спокойно разместиться на оборудованных стоянках, которые будут ограждены, освещены, в которых будет видеонаблюдение, и работники завода, спокойно оставив машину, не будут переживать, что случайно их кто-то повредит, проходящий транспорт, ему будет ближе идти, потому что это вторая стоянка будет в районе действующего проходного пункта КПП, а первую, которую я назвал, где-то на 500 машин, мы там построим дополнительный проходной пункт для того, чтобы прямо на завод попадали со стоянки наши работники. Конечно, это тоже, ну, можно сказать, не профильная деятельность завода, но она объективно направлена, да, направлена на создание комфортных условий для наших работников. И таким образом мы хотим и разгрузить близлежащие улицы от транспорта, и мы планируем, что этого будет достаточно на тот транспорт, который сейчас есть у работников завода. Конечно, благосостояние людей растет, машины покупаются, у нас большое количество, да, людей, уже работников наших ездят на личном автотранспорте, и мы сейчас в условиях пандемии и распространения коронавируса это как бы даже, наверное, приветствуем. Но проблема парковок, она существует, и мы ее пытаемся вот таким образом решить. Эти планы можем обозначить сроки, когда непосредственно они будут воплощены уже по парковкам? Ну, одну стоянку мы уже начали строить. Ага. Сейчас там идет планировка, отсыпка грунта, которая у нас под эту стоянку. Уже закуплены плиты, потому что мы укладываем плитами, не асфальтируем. Это решает многие проблемы с водоотведением, с возможным какими-то работами необходимыми. Ага. Ну, на этих местах коммуникации нет, поэтому тут вряд ли понадобится перекладывать. Но все равно мы считаем, что плита, которую мы укладываем, да, и вот стоянка у нас сделана перед заводом, она более надежна, чем асфальт в условиях климата Кирова, когда такие перепады температур летом-зимой, ну, асфальт выдержит 5 лет, потом начинает трескаться под стоянкой. Плита будет 20 лет лежать, ничего с ней не будет, и мы таким образом решаем проблему долгосрочно, на долгий период. Слушайте, я поистине удивлен взять землю в аренду у муниципалитета и оборудовать там первоклассную стоянку, но редко в последнее время встретишь именно такой ход мысли со стороны нужно руководителей. Решать для людей проблемы, решать нужно. Мы хотим, чтобы было удобно нашим работникам, потому что вы видите, вот я знаю, машины наши стоят на Октябрьском проспекте, потом идут километр-полтора до завода, потому что когда приезжает утром несколько тысяч человек, разместить машины рядом с проходной, рядом с заводом невозможно. Поэтому все улицы забиты, и это создает всем проблемы. Мы исходим из того, что это решает эту проблему, мы очень комплексно решаем и для жителей микрорайона, и для города, и для своих собственных работников завода. В общем-то, и она решается на долгосрочный период. Поэтому, конечно, это требует затрат, значительных затрат, но это все потом имеет отдачу. И это выражается, как я говорю, и в отношении, в настроении, и в конечном счете в производительность труда и в чисто экономических показателях. Ну уж если немножко продолжить эту автомобильную тематику, то в обустройстве дорог предприятия тоже ведь принимают участие, да? Там, в том числе в сельских территориях, грунтовые дороги обустраиваются. Да, мы оказываем помощь даже не в нашем микрорайоне, и не только в Ганино, но и в близлежащих населенных пунктах, когда к нам обращаются. Действительно, у нас есть техника, и когда у нас получается, получается окна, что мы можем выделить эту технику и оторвать от своих работ строительных. Мы оказываем помощь населенным пунктам. Где-то нужно дорогу проградировать, где-то можно. Мы договариваемся с дорожными службами города, когда они выделяют крошку асфальтовую после снятия ее, да, после фрезерования. И этой крошкой мы также оказываем помощь в отсыпке и планировке таких дорог в населенных пунктах, куда асфальт еще не дошел, но дороги требуют ремонтировать. Вот в комплексе работаем вместе с дорожными службами города, с руководителями города. Опять же, обращаю внимание, что к депутатам очень много таких обращений и садоводов, и жителей отдельных деревень, куда тяжело добраться, особенно по разбитым дорогам. Мы идем навстречу и всячески помогаем. Ну, и, наверное, сейчас заметили, на улице Дзержинской мы вместе с главой города проехали вдоль завода и с руководителем дорожной организации города Кирова. Там обочина, которая раньше была неухоженной, ну, длительное время эксплуатировалась, сейчас приведена в порядок, заасфальтирована. И, в общем-то, это помогает тому, что наши дороги становятся чище, и машины не ездят по обочине, не несут с собой грязь, не разносят эту грязь по городу Кирову. Я считаю, что это, конечно, большой бич, грязь на дорогах,
И для того, чтобы ее не было, нужно идти, наверное, по опыту Москвы. Нужны стоянки возле домов, нужно, чтобы никто не парковался на газонах, на обочинах, чтобы эта грязь не заносилась в город. Но это такое очень сложное направление, которое требует финансирования. Но, с другой стороны, если это правильно рассчитать и профинансировать, то решится очень много других проблем. В общем, направлений, по которым следует продолжать работать, очень много. Это и действительно помощь всевозможным организациям, и благоустройство нашего города, и производственные планы, безусловно, нужно выполнять. Так что я желаю успехов в дальнейшем, в наступающем, в первую очередь, году. На этом заканчивается время нашего разговора. Благодарю Александра Иванова, генерального директора Вятского машиностроительного предприятия «Авитек» и Кировского машиностроительного предприятия. Спасибо, Александр Владимирович. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. Крупный план.